На юге Польши всю ночь свирепствовал шторм. К утру многие населенные пункты было даже не узнать. С корнями вырваны деревья, на обочинах разбитые машины. Серьезно пострадали десятки зданий. Почти 130 тысяч человек остались без электричества. Затруднено движение на автотрассах, на железной дороге. На устранение последствий бури брошены сотни спасателей. Они работают в круглосуточном режиме. Метеорологи утверждают, что ураган может повториться и сегодня.